Всем привет! Я в игре Индикод, 102 уровень. 102 уровень сложности очень сложный, как написано. 60 ходов, а надо разбить 63 стекляшки. Осложняется тем, что у нас часть стекляшек вот здесь. Соответственно, чтобы тут что-то разбивать, надо строить бомбы. Или не бомбы, или не знаю, что строить. Короче, я в этом уже разбила абсолютно все стекляшки. Теоретически я здесь могу... Уже ни на что не надеется. Такс. Пр-п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 р. Строим, строим, строим. Кстати, самое смешное, у меня, по-моему... О, звездочка. Одуванчик, одуванчик образовался у меня. Так, что и зачем я ход потратил? Зачем я трачу ходы? Так, еще одна сложная бомба. Такс. И такс. И вот такс. И вот такс. Так. Так. В этом поле все. А, нет, еще не все. Еще у нас вот здесь осталось. Все. В этом поле все. В этом поле тоже все. И теперь у нас вот это поле. Бомбочки я люблю. Потому что они сразу много делают. Такс. Короче, на этом уровне надо ожидать внимательность. Что-то я не ожидала такого простого уровня от... Какой-то 102 уровень. Реально не ожидала такого простого уровня. С единственным синим у меня сейчас будет засада, да? Засада, засада. Отлично, все. Мы прошли. Блин, ну это как-то было очень легко. Так, интересно, а 103 уровень будет такой же? Так, это был у нас какой? 102 уровень. 102 уровень, отлично. Теперь 103. Давай 103. Сыграем в 103. Да не хочу ничего покупать. Иди ты. Так, 60 ходов разбить кучу стекляшек. Так, камушки с кисами убираются, как только мы что-то рядом с ними делаем. О, у нас он прикрывал зыбучий песок. Соответственно, зыбучий песок начинает расти сразу же, как только мы делаем что-то. Освобождаем. Это очень плохо.
Вот что минус этого уровня. Я сразу не увидела, что здесь зыбучие пески. Так, один зыбучий песок у нас готов, но нам бы не один его. Так-с. Жалко, что у нас с камушками плоховато. Вот, все. Замечательно. Так-с. Можем тут убрать зыбучий песочек? Не вижу пока как. Желтенько, желтенько. Может, вот так и вот так. Мне бы желтую сюда. Было бы мне сразу счастье. Мне надо зарабатывать очки, а не бороться в этом уровне с этими штуками-дрюками под названием. А, вот, все. Так, мы так сделали. И чего мы этим добились? Вообще ничего не добились. За исключением того, что придумали себе дополнительное приключение на попу. Так. Все. Так, с зыбучими песками покончено. Это приклеено. Теперь со стекляшками. Так, внизу покончено. Ой, блин, вверху зыбучие пески растут. Да чтоб тебя. Ой. Зыбучие песочки. Вот уровни с зыбучими песками, это, конечно, вещь хорошая, но интересная. В плане интереса. А вы о чем подумали? Я не такая мазохистка, чтобы восхищаться зыбучими песками. Это опасная штука-дрюка. Такс. Теоретически я могу попробовать забить на него. А вдруг получится? Нет, не получится, потому что у меня стекляшка какая-то осталась в этих зыбучих песках. В итоге у меня нет варианта, кроме как. Что за радужный салют? Я не поняла. Я же стекляшки не разбила. Что это происходит вообще? Ходы у меня вроде бы еще не закончились. О, уже разбили стекляшки. Ну, как интересно. Само по себе разбило стекло, само по себе не разбилось. Да. Я не поняла, как я прошла 103 уровень, но как-то я его прошла. Так что всем, ребяточки, пока!